вечер. А поезд тихо ехал на Бердичев. А поезд тихо ехал. А поезд тихо шел. А поезд тихо ехал на Бердичев. Сцена театра юного зрителя превратилась в привокзальную площадь. Здесь шумят поезда, встречаются и расстаются люди, переплетаются человеческие судьбы. Пассажиры электричек, провожающие, дачники, представители самых разных профессий спешат по своим делам. Актеры Тюза представляют публике новый спектакль 100 лет назад. В нем задействована вся труппа. Без роли, а то и нескольких, никто не остался. Режиссер Елена Бычкова использовала для постановки много материала. В основу сценария легли 11 рассказов королевы русского юмора Надежды Тэффи. Ну, уморили вы меня. Все ужасы, о которых вы сейчас рассказываете, не что иное, как галлюцинация. Самая обыкновенная галлюцинация, вызванная... Вы думаете? Ну, конечно же. Надежда Тэффи создавала свои рассказы в прошлом столетии. Но и сейчас эти произведения не потеряли актуальности. Главные герои очень похожи на наших современников. В ткань повествования искусно вплетены шлягеры прошлых лет, городской фольклор, танго и романсы, написанные в конце 19-го, начале 20-го веков. Все песни исполняют актеры Тюза. В дверь стучится зимний вечер, а на сердце зимний хлад. Это не просто спектакль, а музыкальное ретро-шоу. Постановки тесно в рамках сцены, поэтому актеры выходят к публике, общаются со зрителем. Спасибо, очень понравился спектакль. Веселый, такой первоапрельский, молодцы, очень понравилась работа. Хорошие танцы, постановочки были хорошие. Ну, вообще, хороший спектакль, мне очень понравился. Спасибо, надо сказать, всему нашему Тюзу, что он у нас существует. И мы дальнейших им успехов и всего самого наилучшего. По-моему, за последнее время я первый раз вижу вообще всех сразу на сцене, в разных ипостасях. Поэтому это здорово, замечательно. Успехов, с праздником. Премьерный показ спектакля «100 лет назад» прошел 1 апреля. Так творческая команда Тюза поздравила горожан с Днем смеха. Диана Котлярова, телерадиокомпания «Заречный».